Алматинские ученые разработали препараты для диагностики и лечения сложных заболеваний. Об этом заявили на полях международной конференции. Как отметили в Институте ядерной физики, имея сертификат о соответствии стандартам GMP, ученые готовы предложить казахстанским и зарубежным клиникам собственные более эффективные компоненты. Они широко используются для ранней и точной диагностики онкологии, а также проведения радиологии. И спрос на такие препараты растет главным образом на внутреннем рынке. Был план такой, и он сейчас осуществляется, что у нас в Казахстане в каждой области должны быть центры или отделения ядерной медицины, позволяющие нашим казахстанским больным, которые на самом деле у нас же они по квоте лечатся бесплатно, поэтому бесплатно проходить как диагностику, так и лечение онкологии современными методами ядерной медицины. Для диагностики практически это сразу, как появляется оборудование, обучается специалист, это несколько месяцев, и уже можно запускать диагностическое оборудование.